Ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, приветствую. Шо, мы продолжаем проходить прототип? Да. Очень старая игра. Очень интересная, очень ностальгирующая. Очень интересно вам, как я понял. Прикольная игрушка, прикольная. Своеобразная. Мы остановились с вами, честно, даже не помню где. Потому что давно не играл в эту игру, по причине того, что мы заканчивали проходить одну игру, какую очень интересную. Это «Ходячие мертвецы». Там кто не смотрел, да, то, ну, подсказочка сверху в правом вроде углу, да, или в левом верху. Короче, в каком-то из верхних углов выскочит подсказка там на плейлист с прохождением, полным прохождением The Walking Dead первого сезона. Посмотрите, игра очень достойная, очень интересная. Там я свое мнение выразил об этой игре в финале. Ну, кому интересно, здесь посмотрят. Вот, поэтому сажать поудобнее. Надевайте пледик обязательно, сажать поудобнее. При этом сидите кушать, при этом чаепитие, кофе пить или просто питья воды. Приятного вам еще раз просмотра, а мы начинаем. Давно не заходил сюда я. Так, что у нас с тобой тут есть? Подожди, как нам карту? Ебать, что? Кого, блядь? Блядь, стой, стой. Маркер испытаний. Показано на мини-карте, карте экрана паузы. Испытание-то... За прохождение любого испытания вы можете получить бронзовую, серебряную или золотую медаль. Ага. Получение золотых медалей во всех испытаниях открывает платиновый уровень испытания. Пройдите их, чтобы заработать много опыта. Новые испытания открываются по мере прохождения вами игры. Испытание – отличная возможность заработать опыта для покупки новых навыков, движений и способностей. Да я уж понял, блядь. Стой. Как там карта открыл? Это воспоминание. Что за воспоминание? Я понял, конечно, здесь воспоминания все будут. Окей. Я так понял, их можно как-то дополнять, да? 3, 11, 10, 2 из 8. Окей, чтобы полностью была, да, краска. Так, подожди, как в это-то зайти-то, блядь? В карту. Вот. Колеса судьбы. Вот, ну, испытание, кстати. Все-таки полет. С точки на точку. Потрошение. Прыжки. По карнизам. А вот. Самый верх. Раз, два, три. Пять испытаний у нас с вами есть. Я предлагаю... Давайте пойдем пока по сюжету. Пойдем пока по сюжету. Войдите в меню улучшения. Зайдите, купите навык скрытного поглощения, чтобы начать это задание. А, ебать. Ух. Волна адреналина — последняя гарантия сохранения жизни. Когда ваше здоровье опустит на минимум, вы на... Время получать неуязвимость и доступ к одиночной разрушительной атаке. Используйте ее мудро. Маскировка. Обрушить на своих врагов
артиллерийский удар и верните их в хаос. Верните их в хаос. Можно улучшить. Ну, а вот это нужно, да? Ага. Что-то на А нажать. Урон бронетехники. Штурмовая винтовка. Но не, пока нам так сильно не нужно. Нам нужен 100% удар в прыжке. Это у нас есть с вами? Нет. Что, блядь? Так, ну, 100% у нас с вами критическая масса. Выйди из за границ максимум здоровья и перейди в режим. Знаешь, что у нас с тобой? Увеличение здоровья 100%. Нам с тобой нужно. Кувырок, планирование, ускоренный рывок в воздухе, увеличит скорость и расстояние вашего рывка в воздухе с помощью этого улучшения. Ну, это такое. Нет. Шипы. Щит у нас есть, когти у нас есть. Молот. Пожертвуйте скоростью ради мощи. Добавьте биомасс на предплечье, чтобы выполнять смертоносные атаки, который скушает военные патрули и разрушает бронетехнику. Рукомолот действительно поможет. Действительно может причинить боль. Термовидение. Или термовидение. Позволяет вам видеть сквозь дым и другие разграничительные воздух за счет ограниченного визуального диапазона. Используйте термовидение, чтобы фиксировать врагов, когда они скрыты от вас дымом и обломками. Ну, хер его знает. Знаешь что, давай с тобой пока подкопим. Я думаю, ну, трансформируйте вашу биомассу в смертельные шипы, которые вырываются под ваших врагов, комбинируйте специально, чтобы поражать один цели. Нормально. Сброшенная вражеская атака из Space. В принципе, все, пока будем с вами копить. Копить все это дело будем. Let's go. Что ты смотришь-то? Let's go, ебай. Да, вот на этом мы закончили. Имя Карен Паркера ни о чем тебе не говорит? А должно. Она была близким тебе человеком, твоя бывшая девушка. Я нашла ее в адрес компьютере. Найди ее до того, как до нее доберутся военные. Если я смогла выйти на нее, то будь уверен, военные тоже смогут. Алекс, посторожнее. Угу. Так, ну шо? Нам пора с вами вон туда. Угу. Плохие дела. Ты умер? Я и должен был умереть. Ты должен начать выбраться за военный кордон. Но наша машина, если это возможно, я думаю, для нас есть способ выбраться из района. Распространяется это человек как человек, здание к зданию.
Так, продолжаем. Интересно. Ля, кот пришел. Что ты хочешь? Чего ты? Такс, шо? Интересно, проканает ли это или нет? Чтобы открыть сканер, пройти сканер идентификации, вы должны получить командира и принять его вид. Дожди-ка. Пойти на базу. Это было легче всего. В прошлый раз, я помню, мы там что-то пиздец очень жесткий был. Не выводить эти машины, но кто? Охуенно. Поглотить, блядь. На военных базах присутствует ключевой персонал, который может поглотить для получения улучшения. Периодически посещайте базы, чтобы улучшить или добавить умения. Нам надо скрытое. Ну, чел, ну куда ты пошел-то, ебано? Бля, ты конч? Не, он конч, скажите мне, он конченый?
Блять. Очень скриптово, да, ходит? Прям очень скриптово. Давайте посмотрим сейчас ролик. Добро пожаловать в учебный танковый центр морской пехоты и бронетранспортер морской пехоты, что-то там. В ближайшие 8 месяцев вам предстоит выучить их все. Когда закончите обучение, вы сможете выехать на своем коне прямо на позиции противника, повышибить из него дерьмо. А моя работа... Что-то такое, блядь. Ваша работа — ткнуть хлебальники и учиться. Ваши способности гонять и управлять бронетехникой. Я понял, спасибо. Тихо-тихо. Ну, let's go. Бам, нахуй. Вообще похуй на танки. Вообще поебать. Не бойся, не бойся. Все хорошо. Извини, мужик. Так, что здесь? На нахуй. Вообще поебать. Ну вообще похуй теперь. Ох, ох, ох. На, ебать. Извиняюсь. Дороже, прийти огонь. Вообще похуй, на вообще поебать, как ехать, наебать, как хочешь. Просто с кайфом так, наебать, все. Расходимся, блять.
Извиняюсь. Ебать, вообще похуй на тачки, на все, блядь, просто. Где? Поехали, ебать. Куда ты там прицелился, еблан? Поехали. Изи. Сосать просто, блядь. Блядь, что происходит-то? Let's go. Let's go, блядь, на танке, нахуй. Let's go. Чё, машина? Вообще поебать. Ебать, что тут, нахуй? Ну, вообще похуй на всякие вот эти, блядь, ограждения вообще. Вот смотри, просто нам похуй просто. Просто, даже на похуй похуй, понимаешь? Просто едешь себе, о, вообще даже поворачивать не нужно, ебать. Едешь себе красиво и всё. Просто едешь себе спокойно, там, опа, завернул. Челик побежал, такой, блин, аккуратно, конечно, объезжаешь. Аккуратней. Вертолет еще около нас летает. Мужики. Мужики. А как? А, нам не здесь, да? Извиняюсь, мужики. Прошу прощения, не туда заехал. Аккуратнее, ебать. На, ебать. Куда ты там поехал, мальчик? Ты-ры-ры. На, ебать. О, на, ёпта. Бля, ебать, хорошо же, такие реальные игры существуют, ребят. Я просто вот... Я помню, когда я играл в нее. Я помню, то, ну, не в нее, а больше я играл в эту, в GTA-шку. В GTA-шке я прям вообще угорал. Думаю, каждый угорал в GTA-шке прям как мог. В эту игру я так и поиграл чуть-чуть и потом забросил. Ну, я рассказывал в самом начале, да, в самых там первых сериях. Я все это дело рассказывал. Аккуратней. Чё тут, затор? Вообще, блядь. Пригорок? Похуй. Поехали, ебать. А где она, блядь? Я с него понять. Блядь, куда ты едешь, мужик? Мне прямо можно поехать, нет? Задание выполнено. С кайфом вообще. Такс. Погибло заражен 107. С кайфом вообще. С кайфом на танке погоняли. Я тебе говорил? Когда-то мы с Карен были вместе, у меня в квартире есть фотографии. По крайней мере, я думаю, что это были мы. Карен работала в Гентеке. Может... Она могла бы объяснить, что со мной происходит и как этим управлять. Теперь я знаю, освобождение Элизабет Грин было ошибкой. Она была монстром, заражала всех, к чему прикасалась. Заражала все, к чему прикасалась. Найди Грин, выясни, кто это со мной сделал. Я думал,
что она ключ. Так и было? В чем-то да. Я знал, что у нас есть что-то общее. Жертвы общего врага, участники эксперимента. Этого я не знал. У меня была Карен. И мы вместе собирали. Собираюсь положить всему этому конец. Интересно. Мы без спроса их брали? Брали. Тут больше было. Без спроса, что больше не брали. Брали, тут больше было. Тут больше было. Я когда уходил, тут было больше. Вы брали. И врать мне не надо. Если хотите взять, спросите для начала. Я не запрещаю, просто спрашивайте. Так, что продолжаем делать? Панели, доп. Задание поделаем. А чё мы не летаем, блядь? Понял. Вообще кайфово так. Вот я говорю, я люблю эту игру за то, что тут реально сделано все для того, чтобы прям кайфовать от нее. Оп. Let's go, да, попробуем. 45 секунд. Как можно быстрее пройти через все контрольные точки. Ебать, сколько? 104 тысячи опыта. Общее число. Да ну какой нахуй. Давай, погнали, попробуем. Блять! Вот потерял здесь время уже. Дохуя. Дохуя времени потерял уже здесь. Блять, толбоеб, нахуй ты прыгаешь? Блять, нахуя ты это делаешь, мужик? Ну мы уже не успеваем с вами, если что. Блять, долбоеб! Я в шоке. Но мы уже не получили медаль с вами золотую, да? Попробуем хотя бы получить с тобой эту. Типа бронзовую, блядь. Блядь! А! Не обязательно по ним. Просто в их стороне. А, хуй. Обязательно по ним. Ну так, можно было бы быстрее намного. Давай еще раз. На золотую ебать, давай. Примерно я понял, окей, где кто, чё, где как. Бежали. Блять, ты долбоёб, пожалуйста, ну ты конченый. Бля, я рот ебал. Вот сейчас я потратил 3 секунды просто с нихуя, понимаете? Просто нахуя-то потратил 3 секунды я.
своего времени сейчас. Давай, полетели, братан. Так. Давай, 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 успеем, успеем, успеем. Ну, бронзовую, ладно. Бронзовую мы с тобой уже получили. Ладно. Пусть будет. Пусть будет. Почему бы нет? Ну, могли лучше, согласен. Могли лучше. Могли лучше. А ладно, похуй, давай с тобой до золотых добьем. Твой рот ебал. Сказал до золотого, значит до золотого, блядь. Давай еще раз, погнали. 1-0-1. Сейчас должны еще быстрее проебашить. Это как гонки в GTA-шке, знаете? Let's go. Блять! Вот сейчас опять потратил дохуя времени. Максимально дохуя времени потратил из-за того, что неправильно направил мышку. Здесь лучше вот так вот. Блядь. Ну к нему надо привыкать. Что я рот ебал. Вот видите, он не забирает просто. Нужно прям на них. Ну мы уже опять до бронзы, блядь, добрались. Опять до бронзы, блядь. 56, блядь. Сука. На секунду, представляете? На секунду. Секунду. Блядь, что? Рот ебал. Кто пишет, нахуй? Такс. Чё, еще раз попробуем? Или так? Давай еще раз, ладно. Пусть с тобой. Попробуем. Я хочу до золота почему-то очень сильно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, пошло-пошло. Блядь. О, выровнял. Блядь, мужик, мужик, мужик. Блядь, ну ты конч, нахуй. Блядь, я рот ебал этого пидораса, блядь, конечно. Блядь. Он когда бегает очень быстро, ему надо уметь провалять просто. Ну, мы уже, типа, проебали дохуя времени с тобой. Я тебя базарю. Ну, уже, да, опять. Мы намного хуже, чем был результат у нас с тобой. Я тебя базарю. Намного хуже. Сука, из-за того, что вот он спрыгнул, это пиздец. Все, минута, блядь. Да и в пизду, нахуй, еще раз, блядь. Мне похуй, я сейчас сделаю, блядь, золотую медаль. Я рот ебал. Let's go сразу же. О, да ладно. Вот так, то есть, работает? Хуй так работает, блядь. Она прям вблизи, чтобы ты понимал. Ну, ебать, хуету я творю, блядь. Ну, это пиздец, ребят. Я рот ебал. Как ему, блядь, ну, трюки ебачие какие-то, блядь, выучил, нахуй. Ебаный паркурист, блядь. Ебачие, блядь, какие-то паркурист ебаный, нахуй. Да не, я рот ебал. Пизду, блядь. Я рот ебал, ребят. Просто рот ебал.
Ну это пизда. О, блядь. Вот ты конченый, блядь. Я, вот, блядь. Короче, это, знаете, история будет повторяться, как с ассасином, блядь. Первым. Кто не смотрел, посмотрите. Прохождение ассасина первого, ебать. Там просто, ну, можно угарнуть над чем, есть над чем. Это просто пизда. Тут такая же хуйня так будет. Карусель такая же, блядь, будет. Ебучий прокурист, нахуй, прыгает во все стороны, блядь. Но не попадает, куда тебе нужно, блядь. Бля, я рот ебал. Да. Ладно, хуй с ним. Погнали, знаешь, куда? Погнали, даже не знаю. Чё, гоним? У нас этого остался? Да, у нас остался его костюм. Погнали на базу. На базу погнали с тобой. Возьмем с тобой сейчас БТРчик. Наш любименький. Где он? Все то же самое, что ли, делать? Вот сразу. Давай, иди туда. Иди туда, я сказал, блядь. Опа. Нихуя их тут. А он тот-то кто? Типа главный. Ебать, сколько. Кого сколько ходит. Блядь. Мальчик. Мальчик. А мальчик? Управление танком. Let's go. Мне нужен танк сейчас. Блять, а где танки-то все? Не понял нахуй. А где танки? Они внутри, что ли, блядь? Где мне танк взять, блядь? Блядь, серьезно? То есть даже танка не будет нихуя. Охуенно. Блядь, ты клоун, что ли, или что, блядь? Опа. Подсказка. Зарядите ваши атаки, держа соответствующую кнопку. Заряженная атака медленнее, но намного более разрушительная. О, блядь, погнали нахуй. Бля, беги, я забываю, что тут бегать. Все, рот ебал. Пошли аккуратненько, спокойненько с тобой. Так. Ладно, погнали до этого нашего. Да, пройдем и let's go.
Мы знаем о заражении одно, существует два типа генетических изменений. Мне нужны образцы обоих типов. Чтобы исследовать их, сначала получу образцы от зародных башен, а затем от полностью развитого улья. Здесь происходит только начало. Так, нам нужно сейчас... Так, нам нужно сейчас с вами на уль, да, ебашить? Понятно. Ну погнали, чё? Ой, извини, мужик. Опа. Подсказочка. Ориентир. Чтобы знать, что это. Я не помню просто половину, что это здесь означает. Ну, для чего всякие штуки. Факт, это типа Человек-паука плюс ассасин. Вот такая тема. Что у нас здесь, бля, этот главный персонаж, бля, паркурист, ебаный нахуй. Я понимаю, блядь. Что за черт? Ебать. Зажженные водонапорные башни и инкубаторы для охотников. При вашем приближении они начинают вылупляться. Если вы отойдете, замирают. Если вы будете находиться рядом слишком долго, они вырвутся на свободу. Извлекать химический материал, разрушая зажженные водонапорные башни, то, как из них вылупились охотники. Я понял, как это делать. Вы поняли? Все, я ушел. Ох, блядь. Бля. Блядь, отъебись ты от меня. Только я не пойму, почему они все против него. Я когда играл тоже когда-то, я не помню, не понимал, почему они против него даже. Да ну нахуй! Не-не-не-не, мне его не надо сюда. Бля, что-то их тут дохуя стало, ребят. Thank you.
Где мне генетический материал побрать? Это интересно мне очень сильно. Того, я хуйнёй страдаю. Да иди, блядь. Регенерация все работает, видели? Он начал так восстанавливаться. Все, уходим, 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 уходим. Ну нахуй. Нам же не нужно, что правильно из него кто-то там вылупился. Нам не нужен, блядь. Блядь, Соник ебаный какой-нибудь. Или покемон ебаный. Бля, ребят, я вас избавляю от того, что, блядь. Про что вы не имеете вообще, блядь, даже никакого, блядь, представления. А вы еще, блядь, как-то, блядь, ебашите, блядь, меня. Такой себе, блядь, неблагодарность получается. Ну ты конч, блядь, куда ты нахуй? Я в ахуе, ребят. Сейчас, смотрите, собрал. Уходим, уходим. Блять, долбоёб ты. Меня заебало это. Да нахуй мне этот вертолет, блять. Я рот ебал эти вертолеты сейчас. Сука, тварь, заебешь ты меня, блять. До свидания, ебать. Все, всего доброго, блядь. Всего хорошего. Ну, блядь. Блять, ребята, я вам ничего плохого не делал, просто бегаю, ебать. Что, блять?
Блин, давай нахуй. Какой пидор это сделал, где он? Блядь, ты что делаешь? Блядь, смотри, что делать, давит меня, ёбаный. Ещё по мне херачит, прикинь. Что это такое вообще, блядь? Не понял вообще, блядь. Да. Всего доброго, ебать. Да все, ебать, да всего доброго, нахуй. Блять. Борьба за контроль. Военные предпринимают шаги, чтобы укрепить стратегический район и воспрепятствовать распространению вируса в городе. Зоны, контролируемые военными, зоны... Страдающие от заражения отмечено как на основной карте, так и на мини-карте. Хорошо. Зона, которая обозначена синим, находится под контролем военных. В центре большинства зон военных – базы. Уничтожайте базы, чтобы временно подавить вооруженные силы в зоне и получить огромные добавки. Ага. На базу, которая отмечена плюсом на карте паузы и мини-карте, находится военный персонал, который вы можете поглотить для улучшения своих навыков. На базах, на базах не отмечено плюсом, такого персонала нет. Зона, которая обозначена красным, зараженная вирусом. В центре наиболее зараженных зон расположен улей. Уничтожайте улей, чтобы временно подавить инфекцию в зоне, получить огромные бабки. Угу. Короче, можно что так, что так. Бля, это я рот ебал твой. Щель ты нахай. Ебись, блядь, от меня. Блять, отъебись ты от меня, нахуй. Все, блять, снижаемся, нахуй. Да, до свидания, ебать. Да, интересно, что сейчас будет. Где они приземляются? Юго-восточный Манхэттен. Ага. Да, посмотрим, что, куда бы они ни приезжали, там будет Макмаллан. Он сделал это со мной. Я собираюсь выяснить, зачем. А потом? Потом я сделал так, чтобы он больше ни с кем так сделать не сможет. Что он так больше ни с кем сделать не сможет. Штаб Черной Стражи, командование Красной Короны, Battery Park. Это крепость. Ребят, это мы что? Правильно, оставим на следующую серию. Серия получилась, наверное, не такая длинная, хотя, может быть, даже очень длинная. Может быть, такая нормальная. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, все ссылочки в описании, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что, ну, там инсайдики, ребят, без рекламы, без всего, просто инсайды реально о моей жизни. Плюс сюда кидаю, я туда всегда кидаю, типа, ну, уведомления о том, когда вышло видео, вы можете первыми, либо одним из первых, сразу же, вышло на ютубе, и в эту же секунду, вот у вас оповещение в телеграме, понимаете, пришло, вот там написано, что все, видос-то на канале, если, потому что я понимаю, что ютуб лагает иногда, да, и не,
не отдает никакие уведомления, да, если и дает, то через там пару дней. У меня у самого такого было, что я типа подписан на несколько каналов, и, блин, уведомление у меня, типа, ну, через несколько дней приходило то видео, которое я уже смотрел. Как бы такое. Ну, ничего страшного, поэтому говорю, подписан на телеграм-канал, там инсайды о жизни, там. Кстати, недавно там кое-что вышло, даже интересное. Вот, и стараюсь там такие прям, ну, интересные мысли излагать. Иногда просто хочется поговорить. Вот. В принципе, вот так вот. Там еще опросик, кстати, есть опрос, понимаешь? Опрос. Зайди, проголосуй. Да или нет? Вот. Поэтому вот так вот. Вот. Что еще? Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующей серии. Давайте.